Томской области 5 июля сняли режим чрезвычайной ситуации в лесах региона в связи с нормализацией лесопожарной обстановки. Соответствующее распоряжение, подписанное исполняющим обязанности губернатора Николаем Рупелем, опубликовано на сайте областной администрации. Режим ЧС в лесах из-за действующих лесных пожаров руководитель субъекта ввел на территории региона 6 июня. За это время были ликвидированы 104 лесных пожара на площади 41 тысяча гектаров, 72% из их числа потушены в авиационной зоне. В процессе тушения пламени помимо Томской авиалесоохраны были привлечены специалисты из Архангельской, Новосибирской областей, Приморского и Красноярского краев. В настоящее время на территории Томской области нет действующих лесных пожаров, однако, учитывая погодные условия, все лесопожарные формирования региона находятся в полной готовности, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.